предстоит сразиться с опаснейшими противниками. И на слизняках Гелд с утропом утащит справа, Муравин танчит слева. И Ирджу, пожалуйста, возьмите. Дрэнш, возьмите, пожалуйста. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, процающий бивень. Бой, герой! Твои чудовища не... Пристабов, да, это Олег? Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. В лужах не стоит. Сейчас лужи появится, смотри. Внимательно. Перестай, уходи из лужи. Еще уходи. Готовься забирать ДК. Жди пока. Все, забирай. Забирай. Дай на него боб поклонский. Молодец. Пить Муравинда. Уходите, служу, уходите. Захиливайте. Блять, Муравинд. Падайте. Ой, что-то не прожался. Короче, обновляется с периодичностью 10 секунд. Вот эта хуйня. Ладно, я давайте так. Я на втором бы нажал медленности, на первом отдал кровь вампира. Давай по-другому. Даня танчит, утроп танчит и поклонский танчит. Да, я вот только хотел это сказать. Спекайся, мой уровень ДД, пускай поклонский танчит. Несит, все хорошо. Покидайте тело. Тело покидайте, мне надо обновить. Там как бы одетого танка, ну, нашего ГС, он с первой тычки не должен убить. А второй, третий тычок нужно пружинки отдавать на второй кровь с кровоотводом, а на третий незыблемость. Давайте покидайте свое тело. Пульбик, ты здесь? Пульбик, покидай свое тело. И выходите с инста. Ты не обновишь, когда тела еще есть в инсте. Я вижу, выйдите, пожалуйста, с инста. С инста выйдите все. А не тело забрать. Пульбик, тело возьми. Тело возьми. Все, сейчас я тоже выйду, вы уходите с инста. Не заходите пока что. Сейчас обновился. Давайте снова баф, я сейчас релогнусь, у меня почему-то красный экран. Будто бой. И рыбу поставьте там, кто ее ставил. Он что-то пишет, Full Metal, смотрите. А, Поклонский, ты будешь что танчить с левого слизняка? На лече у вас были проблемы, я так понял, да? Так, шаману тоже бафы дайте. Дарил голос лапу. Приста баф. Ману топью тоже и запущу потом. Пойду налью.
Что больше рейдов не будет никаких. Так, я тут. Давайте еще один чек. А, на ХП крикнуть потом не забудьте. Клонский Олег. Клонский, все, я запускаю. По-клонски ты второй забираешь. А, Full Metal. Ты Боб умеешь кидать? Пока будет еще или нет уже сегодня? Ну корону кидать умеешь? Нет, это последний уже. Понял. Кинешь на Йелда по моей команде, возьми его там цель, запомни его. Пойду накурюсь тогда. Ладно, давайте, пацаны, спокойной ночи. Давай, это лучше, чем Лука. Пойдем слакать. И Ренджу, пожалуйста, опять возьмите. Рамзес, ты чуть не упал. Кильти Гелда оставил, уходи. Вот, выходи, служи. Забирай поклон. Поклон забирай. Все, давай ему, Боб. Служи, выходить. Забирай, пертопал. Ты хилим. И добивайте. Труба хилится, труба хилится. Так далеко стоим. Приготовьтесь к схватке с близнецами и чудовищами. Кислотной утробой и жуткой чешуей. На Ренджу тоже возьмите опять. Туда и веру, бьем правого все. Уводи его там служа. Так, кинулся плевок, но выйду, нормально. Забирай танк, так, забирай, все, бегай по рейду сейчас. Ем на хп, дай певчий. Повезло. Подбеги к зеленой себе посадку. Добивайте жидкую чешую, идите следующего. Так, поставил тотем на ману. Ебаные брызги, блин. Хильте, хильте. Пилы жилы нормально захиливаю. Без дебаф. Успел, да, снять? Только да. Да, фул метод, только дурак. Да ладно, не ругайся на него. Блин, еще бежал за ним специально, да. Четыре. Да. Будь спокоен, как я. Как монах из Шаолинь. Ну, можно и так сказать, да. А этот утроп забери, пожалуйста, с поклонского босса. Не пыльте. Отойдите, слух. Гелд, возьмешь на себя босса. И ауру от льда поставьте потом. Это Full Metal, если у тебя есть бабл, ты можешь его прожать, у тебя снимется с льбов. Ну да. Еще лови. И здесь тоже возьмите. Поклонский дашь сакру, я думаю, ты знаешь, когда ее кидать. Ну вот тогда вот раб дашь ты сакру. Прожимки тоже свои там на панели выставить. Если босс на вас побежит, то хоть прожмите. О, блядь. Сейчас чешки отдавайте, если у вас не на КД. Блядь, наркология. Наркология. Ладно.
Все забейте, блядь. Да, один. Ну повезло просто. Да. Вставай. Просто не считай. Надо просто включить мозг и прожимать защиту. Ну, наркология это хант, у него нет никакой защиты, так что пизда пришла. Причем здесь наркология, если шаман пал? А он сказал, что он сказал. Ну так просто. Да ладно. Тавтер, да. Просто быстро запилится. Ледяной рев кидает этот дыхание ледяное. Ну, есть тактика. После этого он прыгает в центр и дает опыт. Ну, три шамана было, можно было дать природную стремительность, но пора иду. Олег, ну ты рассказываешь о чудесах каких-то, это четыре васаба надо, чтобы хилило. Нужно просто да, вокруг это... босса стоять этого, блять. А вы все 20 человек стояли перед ебалом на него. Ну, да, это тоже правильно. Да, если бы был ДЦ, я думал, такой фигни не было. Да хуй пойми, нахуй. Какой ДЦ там? 5 косарей абсорба? Ну, не помешает. Ну, а он пробивает на сколько там? На 15 тысяч? Да. На 20. Ладно, дайте, что вам надо. Возможно, с ДЦ бы не умер бы. Ну, возможно. Раздавайте бафом папшим там, таману, ханту. На, Олег, я тебе добычу даю. Это надо было там бурстануть, тем более там времени было, он сразу топ откинул. Запускайте босс. Вокруг босса этого становится обычно. Ай, да забейте. Ну, блять, это по официальной тактике, это правильно. Хилы не стоят в одной точке. Хилы, которые под станом, под ледяным дыханием, их хилят хилы, которые не под станом. И пиздец, и не будет такого никогда. Ну это да. Поклонский ты можешь диспекнуться в ДД. Красную метку прикидываете, зеленую выходите, либо снимаете, там маги пройдены и так далее. И дел усиление иронического оружия не прожимаешь, ты разжимаешь его только тогда, когда появится лука. И чешки хилы тоже свои не отдавайте. Я угораю над этим гномом, пиздец. Блять, мана нет, мор. Ты покорен мне, демон. И если не сложно, вот залей мне ману. Ты мне ману мой. Я на Элеме. Вон, видишь, элементали. Элему, ману, блять. Ну, глянь, мне ману налей, я просто спекнулся. Дай мне ману, блять. О, спасибо. Бейте босса. И лок, выстави своего пета на диспел и все диспелите. Появятся стаки. И еще, как вулкан появится, сначала стаки диспелите, а потом бейте вулкан. Кровь рта появится, потом тихо заливать. Рта появились, заливайте. Рта заливайте. Молодцы. Выйди его мелизону, баш, беги. Так, и диспелим. Пейте паладина. Утро паблом снимай там, либо беги. Моба там того добейте, подведи его ближе к низу. Скоро вулкан появится, потом все взливать, делать можешь уже прожимать войска. Все, бьем вулкан, сначала стаки диспельте, гимн на хп певчи отдай. Сакру давай, утро, сакру давай тогда. Хилы прожимайте свои чешки. Чешки уже можете отдавать. Убивайте этих мобов. Антисептик, хиль себя. Торика тоже хильт.
И старый хильд. Призывайте босса. Так. Баш, молодец. Это один стак был, он так пробил, да? На нем было три стака. Были три. Мне кажется, сняли. Войда захиливайте. Хильте, хильте Войда. Ищи, иначе он бабахнет. Раздавай там утали. Рольц, кому надо рецепт. И теперь вас ждет новый противник. Подлые собаки. За рецепт. Вы выпустили правителей демонов на воинов Орды? Ваша... Так, ну я запускаю. Альянсу не нужна. Идите сюда. Поклонский стрелять, если назад танк. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями... Лока... Ладно. Лишь победите, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо. Да будет так! Сражайтесь с честью! Сражайтесь во славу Альянса, герои! Во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем! За Орду! Так... Гелд. Забираешь Шакула звезду. Поклонский. Забираешь кружочек рогу. Утроп. А ты, где ты, кого? Ты на себя трусы возьмешь. Так, мельков больше нету, да? Так, давайте ткачик на готовность. Первого будем заливать Лока. Сейчас я возьму цель. Найти его надо. Запоминайте там свои цели сейчас. Первого будем заливать зато, потом будем заливать кружочек. Потом будем заливать шипешку. Треугольник. Все дальше я потом поставлю метки, до кого надо. Ой, засыпаю. А, повороте изгнание покидаешь на друида, я подиспелю точечно, Олег, подиспелишь массово. Ну и все. А, тщеславие, муравинт. А, муравинт, давай ты с центра потянешь к нам звезду. Тщеславие, ты стой на месте, где ты сейчас стоишь. Потянешь эту звезду сюда к нам. Все, будем его заливать, а повод ДКшки киньте. Ну все готовы, сейчас мы стоим, а танки пускай бегут. Стоим, стоим, к вам сейчас подтянут эту звезду, куда вы бежите, куда вы мчитесь? Вот, видите, к вам тянут. Вы заливайте спокойно. Поклонского только хильте, хилы, вы можете туда подойти. Все, заливайте. Хильт, ну ясно, антисептик, о. Антисептик ты станешь? Вот, поднимай антисептика. Бейте ханта кружочек. Ну, все равно. Не жалко бы откинуть. Там, ну, не знаю, надо она тебе? Ну, как знаешь, короче, мне пофиг. ДБ уже провалили. И так хилы захилят. Как хочешь, в общем, поднимай, если хочешь, поднимай. Если не хочешь, не поднимай. Бейте кружочек. Потом будем заливать ШП. ДКшки, если не сложно, подтяните его сюда в центр. Треугольник подтяните. Якову кидайте. А, эфир диспель, Олег. Нахуй вы его тянете туда? Ну уже да, туда не надо было. Ну ладно, бейте. Потом заливаем Самула. Сейчас его возьму цель. Вот звезду потом будем заливать. Бейте звезду. Треугольник добейте. Олег, ты будешь это вечером собирать? Завтра. Бейте звезду. Что хочешь собрать что-то? Эй, если будешь, то собирай, я...
Мне нару даже получше купить. Я днем могу собирать. Вот вечером. Ну вечером тоже могу, но если ты будешь онлайн, то давай лучше ты. Не знаю, буду я или нет. Ну ладно, я тебе поставлю, если тебя не будет, то я сверну. Потом кружочек добивайте. Ой, добейте звезду, потом кружочек. Олег, дай антифир. Если откатилось. Да, уже не надо, все. Вот как раз откатился. Так, у нас сегодня антисептик два раза упал. Ну странно, кинул эфир и продолжал бить меня, то есть и выбил сферу. Он не всегда меняется. Готовься диспелить Олег. Глыбу, Олег. Потом бейте друида. Убивайте мага этого. Это вообще долго бьем. Все, бейте друида. Потом паладина будем сливать. Добивать друида, потом бьем звезду. Так, ну давайте рогу побьем. Вон сюда. Можешь акула сюда к нам тянуть. Там замораживайте. И акулу покидай. Покидай. Опа. Маг отвалился. Просто в голову ему щелку. Ну да, с одного удара положил. Неплохо. Так, нокаут. Оп. И ставлю положил. Бейте потом шакула, можешь дикашку себе дотянуть. Убивайте ДК. Поднимите в то мага и ставьте антисептик. И дадите им баф. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Али великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Мага поднимайте. Мак, вставай. Да, рыбу, если есть, поставьте, пожалуйста. Я надо ману отпить. О, спасибо. Можете запустить босса. Ману, наплевай. Давайте пока чекаем на тонус. Босса там запустили вообще? То я не запустил даже. Вы сможете пройти. Меня слышно, да? Из глубин ледяной короны. Да, да. Ощущение, будто на похорона. Так молчат. Ну, может быть, да. Так. Паладин, бери собой темную. А Хант, уйди. По поводу смены цвета я скажу, и белое сердце, пожалуйста, не ловите. И все. Больше здесь ничего не надо. Линчек.
Каску дайте. Магу каску дайте. Поклонский. О, спасибо. Все, танки начинайте. Хорошо, танк. Танка закидывайте. Просто без способности. Бьем, нам повезло. Толп не упадет. Не ссылай. Подтроба захиливать и гелда. Еще одна спецспособность будет готовить. Бьем дальше. Бля, нам даже здесь повезло. Кот, что ты не хочешь? Иди отсюда, не мешай мне. Кидите танк. Раздавал лут. Так, ну я запускаю там. Чё, особого нет. Возьмешь себе лик. Что сомневаешься в могуществе, орды и паладин? Мы примем любой вызов. Можешь. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои. Трофей рольте кому надо. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь и я... Нерубианцы... Олег, пойдем потом помогать Долтерде. Может, помощь нужна? А фулл рейд. Да, узнавал, блин, нифига себе. Твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Давайте сразу чек на готовность. Будем ставить танки там сами распределять тут где. Поклонские хаба. Что там у вас? Хаба, ты здесь? Ладно, пуляй. Будем ждать. Первую пачку сливаем обязательно. Так, вам идут мобов, вливайте их потихонечку. Там хаты напуливайте. Теневой там сбить не забудьте. Держак, пожалуйста, сливать. Теневой сбейте. Еще один моб нужно залить. Паладин, дай точечный стан, чтобы не закопался. Вот все, молодцы. Так,
Следующую пачку, в принципе, можно не уешить, босс закопается, но потом успеем его слить. Больше ДПСа босс сейчас давайте. Сейчас скоро босс закопается. Слева перка лежит, точнее лужа. Туда беги, ну и справа тут. Так, мобы закопались, потом их сольем. Когда они уже эти шипы починят? То один шип как-то не весело. Так, Олег, отдавай гимн на ману, шаман оставить свои тотемы. Что, заливайте тершак? Тершак появился, залейте его. Надо как-то, кстати, сходить в ИК, иначе у Скоробеев. На, бейте босса. Король предатель? Да-да-да. Десятки только она есть. Она и 25 тоже есть. А сейчас эту пачку тоже сольем, потом все, можем бить босса. Вместе с боссом переводить его. Иди, веди этот трешак сюда к нам. Олег, если не сложно, можешь подбежать в мегазону, чтобы тебя скорбей не настакал. Иначе он тебя потом шутит. Убивать трешак, не возьмите. Добейте этого моба последнего. Бейте босс. Кто танчит их в стороне, гир даю. Бьем босс. Танков и хилы себя на фул. Хабу не уронить. Да, он АФК что. Вот сюда. А, ты тут? Ну ладно. Ну я за этим не могу зайти. А, я понял, ну ладно. В стороне их танчить, что не делают у нас в РБД-зоне? Там, бля, Мак, а ты что делаешь? Не замораживай его больше, пожалуйста. Давайте, давай. Пить. Все равно на месте стоят, смотри. Вот теперь да. Повел. Теневой сбейте, блядь. Убивайте уже этого босса. Я подвел тебя, господин. Так, что там упало? А. Сейчас подбегу, я тебя подниму хаба. Дай гляну, что хоть лежит. Так. Вон там к тебе бегут, тебя сейчас поднимут. На ИП никто не заходит, да? Думаю, что да. Так, сколько там? 1000 ИП? Напомню. Да. Все, я вам дал ИП. Кому лут не надо, можете уже ливать.